ж ты был все это время? Денег в доме и так нет, сволочь такая. Дети одни сидят постоянно. Все убегают от шторма, а главный герой нового фильма «Катастрофы» идет навстречу шторму. Берегись! Это было близко! Постановка принадлежит Стивену Куэлу, профессиональному устроителю бедствий. Имеет в прошлом всего 4 работы, зато какие! «Тьма», «Суперпожар», «Чужие из бездны» и «Пункт назначения 5». А еще он монтировал картину «Бездна». Кино, которое рассчитано на максимально ненапряженное, ненагруженное такое восприятие. То есть ты пришел посмотреть на что-то очищенное абсолютно от каких-то смысловых вещей, просто вот такую большую, мощную картинку, которая тебя так как торнадо засосала, а потом через полтора часа выплюнула обратно. И, в общем, вот и есть смысл. Сценарий написал Джон Сьютнем, молодой человек, творчество которого исключительно подходит для такого кино, как «Навстречу шторму». Его предыдущая работа «Шаг вперед, все или ничего» – тоже фильм, где фильма особо-то и нет, сплошной аттракцион. Они черепашки. Что еще ты мне о них расскажешь? Они ниндзя. К 30-летию франшизы «Черепашки-ниндзя» на большие экраны выходит очередная полнометражная киноверсия приключений воинственных мутантов. Стоило кино дорого – 125 миллионов долларов. Среди отметившихся знаменитостей – Джонни Ноксвилл и Меган Фокс. Люди, которые делают этот ремейк, да, это продюсер Майкл Бэй, известный много, вот, в общем, много чем. Да, и режиссер, который делает этот фильм, это режиссер фильмов «Битва за Лос-Анджелес» и «Техасская резня бензопилой. Начало». В общем-то, ну, мягко говоря, сомнительных, да, картины сомнительного достоинства. И каким образом они вот сумеют сохранить вот это вот такое обаяние, да, «Черепашек-ниндзя», это большой вопрос. А обаяние больше, чем достаточно. В чем оно заключается, понятно из истории серии. И они появились очень спонтанно. То есть вообще сама суть «Ниндзя черепашек» в том, что это был некий стёб над комикс-индустрией, потому что его создатели, два человека, они просто были художниками и собрались однажды вот все вечером и просто стали фонтанировать глупыми идеями, как они сами говорили. Вот, предлагали самые абсурдные вещи для комикса, и вот решили придумать черепах, мутантов, подростков, ниндзя. Об этом никому ни слова. Скажешь, мы найдем тебя. Здрасте, я ваш папа. Скотина, где ты был столько лет, негодяй, подонок? Так называется новый художественный фильм. Урод, а что ж ты сразу не сказал? Здесь мое одиночество, уходить не хочется. Слоган картины «Дети случаются неожиданно». В ролях Александр Демидов из «Квартета И» и Алексей Панин. Режиссер Владимир Чубриков. Название его предыдущих работ вряд ли что-то скажут. Очередной пример такого беспрецедентного умения наших современных отечественных кинематографистов делать рекламные ролики фильмам таким образом, чтобы из них было вообще ничего не понятно про содержание фильма. Если смотреть ролик фильма «Здрасте, я ваш папа», из него понятно, что там все время кто-то откуда-то падает. Там на пол, из окна, на машину. Лица все под масками, да мельтешат краски. Один из первых фильмов, снятых по комиксам Marvel, это «Капитан Америка». Его сделали в 1944 году. Он работал как агитка и носил антифашистский пафос. Смотрите «Утро на Енисее», и вы узнаете о кино больше.